В апреле 2020 года челябинские железнодорожники на субботниках отремонтировали его, дали ему имя «Коммунар». Выйдя из депо, он доставил трудящимся Москвы эшелон хлеба с Урала. А теперь к перрону подошел новый современный комфортабельный экспресс в честь паровоза-ветерана, тоже названный «Коммунаром». У вагонов пассажиров встречают девушки и юноши в стройотрядовской форме. Уже 20 лет в летние горячие для железной дороги месяцы действует в Челябинской области линейный студенческий стройотряд. 1500 проводников, обслуживающих пассажиров на линиях Москва, Рига, Адлер, Свердловск, Чита. Но новинка нынешнего лета – фирменный студенческий. Молодые проводники заняты здесь, конечно, в первую очередь своими непосредственными обязанностями. Но кроме того, вы можете приобрести свежую газету и журнал, купить забытую дома зубную пасту. Мама может спокойно доверить ребятишек заботам проводницы. Приятной памятью останется приз за лучший детский рисунок. Или за победу в шахматном турнире, который проходит в утренние часы, пока еще не открыт вагон-ресторан.